так прошелся, поснимал, поэтому там музыка то была, то не была, но сделаю потом видео отдельное. Ну, дешево для себя ничего не видел. Много интересного всего, дешевого абсолютно ничего нет. Идемте смотреть самолетики. Людей довольно много, хоть это и Бари, а не Милан. Довольно много. Можно было, в принципе, но опять же, ну, нормально, самое дешевое, что там было, это макароны, цветные там и черные, ну, паста разных форм, разных размеров, разного цвета. Там она была, я забыл уже, по-моему, по 5 евро кило ее продавали на улице, где я делаю. Здесь 5 евро, это там грамм 200-300 максимум. Аэропорт города Бари, провинция Апулия или Пуглия, как она пишется. Походим, посмотрим, что за автомат. Цены на перекус 7,40, 8,20, причем полно там колбасы, прошута. Здесь пицца, всякие кусочки. 4,60. Ну, в принципе, это всего лишь два раза дороже, чем я вчера купил. Допустим, вот пицца целая, смотрите, вот такой вот бутербродик классный. Пицца целая, не знаю, цены не вижу. Да, сумки разве что. Сумки там, наверное, такие же ценки. Цены на брендовые сумки дамские, допустим, такие же цены, как в магазинах по городу, мне так показалось. Куда мне вообще... Куда я вообще лечу, кто знает? В Швейцарию я лечу. А1, Цюрих, А1. Цюрих, Гог на итальянском. А1, что такое А1? Вижу А2. О, это там, значит, все правильно. А я же хотел пройтись еще по аэропорту. Давайте чуть пройдемся. Уф, выпросил место возле окошка, что так и удивило. Я дал же свой паспорт украинский. Все, кто его видят, реагируют так, знаете, с интересом. Потом ее удивило, типа, она несколько раз переспрашивала, вы что, летите в Турцию, типа... Хотела, наверное, сказать, что ты в Швейцарии не останешься на пособие, живи там. Ресторанчик какой под домик сделан. Дьютик продолжается, это позже что ли? Это уже не дьютик. Музыка нет, можно походить здесь. Класс, 6,50 Дольче Делиси. Это сладость, наверное. Это лимонадик. Или вот они, смотрите. Здесь вода стоит евро 80. Евро 80, 2,90. 2,90, евро 80. Так, а там я покупал... А, в Цюрихе я вообще покупал за почти 6 швейцарских франков, кстати. А в Анталии... В Анталии я уже забыл. В Анталии дофига, в Анталии 3, по-моему, евро, да, или сколько? Или 3, или 4 евро.
Бля, вообще, короче, дороже, чем... Бля, самая дорогая. Ну да, за 3 или за 4 евро я покупал воду в Анталии, вы можете себе представить. Здесь евро 80. Тянется, а людей ведь много все-таки везде. Много. Самолетик. Так, ну что, идемте на А. Ощущение, что пошла девушка, с которой я ехал в поезде, когда сюда прилетело, их две было. Что-то типа Словения, страна какая-то. Два раза русский язык слышал здесь, в аэропорту все. Нажимай явно. Альбарабелла напоминает вот это. А может оно и есть? Оно и есть. Домики, я до вас еще доберусь, надеюсь, домики. Была, конечно, классная вещь, но я туда не успел. Чем мало дней. Сейчас чувак был, короче, кто знает, что такое Виктор Цой, группа Кино. Еще раз, пожалуйста. Еще 5 раз. Я же глаза закрою. Почему маски должен идти я, а не она? Короче, чувак, копия Густава из Кино, барабанщика, в таком же точно, ну как ее назвать, тогда ее называли женской майкой, да, в которой он выступал, то есть она, ну короче, кто меня, кто Густава знает, тот все понял. Такая же прическа, такой же возраст, вот как Кино был Густава, когда популярный, 90-й год, скажем. Я, конечно, обалдел. Такая же, да, черная майка вот эта, с голым низом. Такая же прическа, черные шорты какие-то, но точно как Густава на сцену выходит. И его физиономия, короткая стрижка с этим, с такой челочкой наверх. Все как у нашего царства ему небесное Густава было. Пока один, это вот сюда меня будут забирать, наверное. Самолетиков не видно, ведь их ход заслоняется. Это плохо. Кашляют, чихают они довольно активно, кстати. Но я думаю, что, допустим, в том же Милане или Риме там еще больше по официальной статистике. Это те, кто обратился, у кого выявили короной, болеет где-то 160 тысяч, 170 на данный момент в Италии. Ну, если я всегда говорю, как бы эту цифру можно умножать на 10, потому что это только выявленные, те, кто обратился, кому совсем плохо. То на самом деле короны довольно много. И масков людей немало тоже ходит. Сейчас в данный момент не вижу, там на первом этаже пока стоял много людей. Было масков тоже, как и я. И так же, как и я, в магазинах, в транспорте. Кто кого-то потерял, кто понимает, что такое корона, то тот с этим не шутит. Кто не болел, тот не хочет и заболеть. Отрицающие все.
Они есть в любой стране. Ну что, все, выключаюсь. Немножко прошли с вами по аэропорту. Аэропорт Пуглия, Бари, Италия. Сегодня у нас 26 июля. Пока всем.